Здравствуйте, я приветствую вас на канале, посвященном всего помаленьку, в том числе и криптовалютами. Сегодня хотел бы разобрать такую монетку, как Polygon Matic. Это блокчейн, созданный для того, чтобы связать другие блокчейны, созданные на эфириуме. По сути, один из многих, но у него есть преимущество. А именно, он может использовать все возможности блокчейна эфириум, и у него открытый код. Ну и естественно, он типа более безопасный. Насколько он безопаснее того же Polkadot, я не в курсе, я не специалист, но по крайней мере об этом у них написано на сайте вроде. Рыночная капитализация находится на 14 месте по данным CoinMarketCap, естественно. Стоимость сейчас за монетку 2 бакса. Целый 1 миллион в списках наблюдения. Но почему он очень интересный? Смотрите, появился он в 2019 году и стоил всего лишь там, 0,03 доллара. Сейчас он стоит 2 бакса, да, то есть это рост почти что в 100 раз. Естественно, он доходил до 2,50. Летом падал, уходил ниже бакса. И сейчас, даже когда рынок в коррекции, он сильно не пострадал. Снизился на 30%, но потом уже почти что все компенсировал, да, то есть 2,40 до бакса 10. Я думаю, сейчас его откупают киты и правильно делают. Рыночная капитализация на текущую дату — это 14 миллиардов. Всего количество их 10 миллиардов, 70% уже находится в обороте. В принципе, это не сказать, чтобы так уж и много. Держателей всего это 303 тысячи, это очень много, на мой взгляд. Ну и трансферов тоже 2700, то есть постоянно кто-нибудь его использует, покупает и пускает в расход. То есть продает, активная такая монетка, что не может не радовать. Чем больше популярность, тем больше, естественно, будут покупать. В принципе, на их сайте тоже есть информация, я думаю, очень даже подробная, как это все устроено, как это все работает, какие тут функции, также какие проекты и кто все делает. В основном, смотрите, индусы, Михайло Белич, серб, наверное. Международный проект, даже Пит Ким есть, кореец, скорее всего, но не суть. В Твиттере у них 1 миллион читателей практически зарегистрировано в октябре 2017 года, то есть, ну, это не мемная валютка, которая сегодня есть, завтра нет, естественно, ей пользуются, она очень неплохая, просто так топ-20, да даже в топ-100 по капитализации не попадут, да, за исключением там Шиба Ину и Дагилана в свое время, но те, кто хочет быстро золотиться, они, в принципе, их покупают с этой цели. Но стоящие монетки, их надо по-любому держать, потому что они рано или поздно иксов 10-20 100% дадут. На фондовом рынке очень редко какие акции могут так взлететь, как криптовалюты, поэтому мы все здесь и любим инвестировать. Главное с умом и не на всю котлету. Голову терять нельзя. Твиттер активный, количество людей там очень полным-полно, записывают все новости крипторынка в том числе, ну и различные коллаборации с разными компаниями. Также у них есть Reddit сообщество, где в принципе и у всех как среднее значение 30 тысяч участников. Тоже активно ведет, активно все постится. Я не думаю, что в ближайшее время, там не знаю, несколько лет он упадет на дно, либо как-то соскамится. Polygon Matic залистен на всех крупных биржах, таких как Binance, естественно, Hobby Global, KuCoin, Gate.io, Bitfinex, Bybit. Биржи хорошие, в принципе, кто хочет зарегиться, либо не зарегистрировался, у меня внизу в комментариях есть ссылочки. Заходите, у кого какие будут вопросы, пишите, помогу чем смогу. В принципе, свои соображения я озвучил. Покупать или нет, я думаю, каждый решит сам. Но тренд у них пока восходящий, трендовая линия не сломана. И даже при просадке рынка большой глобальной здесь были небольшие сдвиги. Ну не то, что небольшие, они были, конечно, но очень быстро восстанавливались. Сам я эту валютку купил еще весной и постоянно докупал на низах. Ну и о чем не жалею. Поэтому всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В ближайшем будущем еще постараюсь запостить о других перспективных, фундаментальных или не только, также мемных монетков. В общем, любых, которые предоставляют для меня интерес, также, возможно, будут интересны и вам. Все, всем всего хорошего, профитов, до скорых встреч.